В Махачкале с начала года перестали ездить автобусы «Метан» под номерами 100 и 44А. Это вызвало нехватку в городе общественного транспорта. Жители проявляют недовольство. Как сообщили в пресс-службе Минтранса Республики, 21 декабря в министерство поступило обращение от перевозчика о невозможности продолжать свою деятельность из-за отсутствия финансов и убыточности. Арбитражный суд Дагестана признал предприятие банкротом. В настоящее время Минтранс Дагестана рассматривает вопрос выдачи временных документов на обслуживание данного маршрута, последующим проведением открытого конкурса в целях определения постоянного перевозчика.